Всем привет! Сегодня уже другой день, и мы приехали в парк Эпкот. Этот парк очень красивый. Здесь очень красивая архитектура и сады. Сейчас я вам покажу. Этот парк разделен на части, и каждая отдельная часть принадлежит какой-нибудь стране. Сейчас, например, мы находимся во Франции. Это мы входим уже в Англию. Смотрите, английская архитектура. Известные английские пабс. Посмотрите, какие красивые композиции из цветов. Эта композиция тоже сделана из цветов. Симба, маленькая Симба. Я мне тобі фото. То ми відео. А, окей. Nemo, where are you, son? Nemo. Мы на аттракционе в поисках Немо. Немо и его папа. Эти животные называются манати. Они живут в пресной воде. Похоже на большой плавающий камень. Y ahí tienen heridas, los curan. Saludos a los niños. Ay,
noche. Mira los peces esos. ¿Qué peces salen de eso? Holy crap! Oh my god! It was very long and black. Este es el pez perico, mira. Oh, yeah. Tiene cara de perico, ¿y eso? Okay. El de la narizota, mira. Сколько рыбок? Я хочу увидеть хаммерхед. Смотри, 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 смотри. 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 Маленькая акула. Yes. Yeah. Yes. 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 Посмотрите, какая огромная. Какая красота. Я хотела снять еду, которую мы заказали, но мы так все быстро съели. Мы были такие голодные, что я забыла снять. Ты мой пончик съела. Я даже твой пончик съела, да. Вот только чай у нас остался. С розой, да? Вкусный? Да. А это мы уже в Мексике. Сегодня мы решили поужинать во французском ресторане. Мы заказали улиток. Смотрите. Как это по-моему? Вот она, улиточка там. Давай, Ленка, пробуй.
Джерри заказал, как всегда, мясо. Мясо с пюре. У Алины курочка. А у меня вот такой огромный салат. Этот салат с курицей. Приятного аппетита! А это мы уже в Италии. Смотрите, какая архитектура. А это уже, как вы видите, немецкие домики, немецкая архитектура. Не надо, Линк. Хочешь потрогать, да? А это мы уже в Китае. Не можешь, не достаешь. Но специально ее так поставили, чтобы никто ее не трогал. Не надо, заяц. Не надо. Потрогала, да? Давай, мама. Пойдем, пойдем. Mission space is already from 90 minutes probably. Давайте я вам немного покажу нашу гостиницу. Называется Dolphin. Эта гостиница находится при Disney World. Здесь такой фонтанчик. Вот так наша гостиница выглядит ночью. Очень красиво. Мы пришли на завтрак. Мама, я пир буду съесть. Ушко? Кушай ушко. У Алинки вот такие вот вафельки с Микки Маусом. А это мой завтрак. Печный американский завтрак. Всем привет! Сегодня мы приехали в парк Disney Hollywood Studios. Пойдемте с нами. Мы уже зашли в парк и сейчас идем на аттракцион Star Tours. Yo ni sé qué es. Мы же в магазине с тематикой Star Wars после аттракциона.
На этом аттракционе я тоже не смогла снимать, как и на большинстве аттракционов, потому что очень сильное движение и не разрешают снимать. Это аттракцион Микки Мауса. Перекусить на земле Star Wars. Смотрите, какие здесь снеки. Это фрукты. Это такой рап. И какие-то странные напитки. Сейчас попробуем. Джар-джар. Monkey lizard, sí, el monkey lizard. A ver, agárrese. Pero no sirve. ¿Esto es todo huracanes? No, es un monkey lizard. ¿Cómo? No sirve, ¿sí? Lizard monkey creo que era. Ah, lo veo. Mira, mira cómo va la cabecita, mira. Pero no sirve. Дианога. Son los Дианога, ¿no? Кто это? Жаба де Хот? Es el que casi... No, ese es el perro de Жаба де Хот. Es el perro. Дианога, ese es... Que se iba a comer al gusto, ¿no? Que salió un mosquito. Un mosquito. Agarraba y lo comió acá. Ay, какой котик. Хвостиком шевелит. Здесь продают разную продукцию из фильма Star Wars. Алинка, не отставай. Я вижу gente con leche azul. Давай ручку, давай ручку. Смотрите, какая конструкция. Конечно, это рай для любителей Звездных войн. Очень много тематических аттракционов, тематические товары. Очень странная еда. Видите, написано blue milk, green milk, зеленое молоко и голубое молоко.
очень классно все сделано. Даже я не любитель звездных войн, даже мне здесь нравится. И сейчас мы пойдем на аттракцион, на один из аттракционов звездных войн. Millennium Falcon. Алинка, ну как тебе голубое молоко? Алин, voltea, voltea. A ver, sonrisita. Вкусненькая? No, sin carita de... Sonrisa bonita. You will be intercepting a first order train shipment of coaxial. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers, you are pulled. Please step seated, fasten those seatbelts for me. Pull the little strap for me. Just pull the little strap. Oh, cool. Right? Pull the little strap for me. Right? Pull the little strap for me. Pull the little strap for me. Pull the little strap for me. Time is money. Let's just leave one. Ready? Prepare, then. It's your flash and you'd better be faster when we can be in real traffic. Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left, move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right, pull back on the stick to fly up and push forward to fly down. Weapons are online. Left, pilot. Hit the boost pedal. Pilot, go get that coaxial. Right pilot, wave the jump to light speed. Damaging the Falcon. Oh my God.
Я Регле тоже, я все сильно больно. Ой, какие ужасные пилоты были. Мы врезались во все возможное и невозможное. А, porque venía con más cheese. А это наш ужин. Мы решили поужинать тоже на земле Star Wars. У меня поке. У Алины курочка. Курочка с овощами. Тип-джип. Нас. Порк. А у Джерри... Каду порк рис. Is it mushroom? No, it's a muffin. Uh-huh. A coleslaw. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И до скорой встречи. Пока-пока.